Всем привет! На связи Егор Браун, это Игромир 2018, стенд метро Exodus. Стенд грядущего метро Exodus – это натуральный вагон метро, приспособленный для жизни. В условиях апокалипсиса, разумеется. В наших реалиях такого не потребуется, однако главному герою новой части во вселенной Дмитрия Глуховского пригодятся любые убежища. Во всяком случае, до тех пор, пока он не выберется наружу. А я напомню, что Exodus будет посвящен исследованию открытого мира и предложить тесному и неуютному московскому метро агрессивно настроенный внешний мир, и где же лучше в конечном итоге остается только гадать. До выхода игры еще очень далеко, однако всем пришедшим на Игромир было на что посмотреть. В демоверсию мог поиграть любой желающий и понять, насколько это будет круто. Ведь ничего в СНГ на данный момент так не ждут, как новую часть во вселенной метро. Оно и понятно, ведь полюбившаяся каждому игроку, выросшего в реалиях постсоветского пространства, атмосфера и внимание к деталям не могло оставить их равнодушными. «Метро. Исход» рассказывает продолжение истории Артема, главного героя франшизы. После хорошей концовки, которая считается каноничной, нам вместе с бойцами Спарты приходится выбраться наружу и прочувствовать на себе весь гнев и силу постапокалиптического мира. По словам разработчиков, в этой части делается большой упор на атмосферную составляющую, так что в некоторых моментах игра похожа на хоррор, а также делается большой упор на сюжет и квесты. Ближайший аналог для понимания будет структура игр во вселенной Fallout, только 4A Games выкинули все лишнее и оставили только самое хорошее. Будем надеяться, что у украинских разработчиков все получится, и они покажут нам достойное продолжение в одной из самых ожидаемых игр 2019 года. Это был стенд метро Exodus. На связи был Егор Браун, канал «Хороший выбор». Увидимся!